Вспомнилась песня, совсем недавно встречался с Юрием Черсановичем Кимом, и он спел свою знаменитую «Три храбрых кавалера поехали в Мадрид». И, не знаю, меня пробило, что году в 72-м, когда я услышал эту песню впервые, я поздний ребенок был, я сказал, я так просто, мне так она понравилась, значит, и я сочинил свою, так значит, «Коррида» песня называется, вот, значит, это уже 30, почти 40 лет, да? Ужас какой. Ну вот, хочу вспомнить. Николаевич, изобразите что-нибудь испанское и изображайте его на протяжении всей этой непритязательной песенки. Того, как шпоры бандерили, вот, классно, первый звук такой. Испанский изобрази. Не, ну я-то так, а ты-то изобрази. Быку, как шпоры бандерилья, а на трибунах свист и вой. Торера Лопес из Севильи и бык с косматой головой. Торера третий час не евший, быка старается убить, а бык стоит остолбеневший, быку ведь тоже надо жить. Торера прыгал, стервенела, как согрешивший херувим. Но быку какое дело, кто это скачет перед ним? Торера ускуснул тоскливо, смычанием прыгнул на быка, а выклизнув его игриво, не глядя, дал ему пинка. Упала шпага за ограду, Торера выбился из сил, и бык прилег тихонько рядом. Он с детства красный цвет любил, быку как шпоры бандерили, а на трибунах тишина. Рыдает Лопес из Севильи, а бык, но в чем его вина? Ну, хотя бы так.